сам быстро откомментирую нарезки матча. Встречались с Сибентелом. Такая хорошая команда, один из лидеров. Вот так тут вот я опоздал. Потом еще Роща дал. Ну что-то Вячеслав там не добежал немного. Вот тут момент хороший. Серега ударил, но не точно. Ну, прям как Роналду хотел. Давайте посмотрим еще раз. Тарас скинул. Защитник наш вышел так. И ну, не сгруппировался. Я аж расстроился. Вот. Это из-за ворот камера то же самое. Так, в общем, вообще первую половину, мне кажется, мы прям так это старались. Хорошо бегали. У нас задача была выиграть первый тайм. Нам тренер сказал, задача выиграть первый тайм. Так, здесь тоже вот за игроком. Приходилось мне в защите много отрабатывать, потому что тоже задача была такая впереди успевать и в защите там, в общем, на износ. Так, здесь Женя. Так, смотрим развитие атаки. Вот Виталий перехватил, лучший просто игрок матча, на мой субъективный взгляд, вместе с Вадимом Ахметовым. Вот прям хорошо смотрелся. Так, вот сейчас вот Женя идет. Удар. А, мимо чуть-чуть прям там не прошло. Вот, повтор сейчас посмотрите. Прям мог попасть. Мне кажется, если попал бы, скорее всего, зашел бы. Но не попал. Так, здесь опять. Реди сегодня хорошо в центре. Денис Редикульсов солировал. Прям четко, знаете, такие забросы, перебросы. Роща опять. Чуть не точно. Евгений хорошо сыграл, на мой взгляд, точно. Набирает форму потихонечку. Опять Виталий чуть ошибся. Да, ошибки были, конечно, у Виталия, никто не спорит, но и перехватывал хорошо, набирает форму. Сергей Кошелев, конечно, тут так упал картинно. Ну, наверное, его в целом подзацепили. Вот он ударился, он же со штрафного. У него такой хороший удар в стиле Роналду, опять же. Так, в общем, игра была так примерно равная, с такими моментами, вот набросами. Сейчас кто-то из братьев Рязановых, по-моему. Сейчас посмотрим, кто это. Да, это, да. Нет, это не, нет, это не он. Денис, по-моему, это ударил. Так, Абышев. Так, другой только. Абышев, ну не Денис. Так, и тут хороший, ну тут Владимир Бабанов прекрасно, кстати, оставил первый тайм. На мой взгляд, просто талант. Вот смотрите, сейчас раз, видите, как в самый уголок шло, но он среагировал. Причем это близко, метров с 10. Вот, тоже хороший момент. А вот и два братья Рязанова между собой сыграли. Налево. Направо. Так, вот момент. Ну, такой момент. Ой, вот тут, конечно, хороший пас Вадим Ахметов дал. И Серега все-таки забил. Красавец вообще. Вратарь так неудачно, мне кажется, отбил. Мог и отбить, но, видите, между рук как-то прошло. Все. 1-0 повели. Довольный. И все, я в том числе. Когда гол сбиваешь, всегда это очень классно. Вот, так, опять продолжение атаки. Так, еще вот Виталий опять. А, вот тут хороший момент дал мне, подбежал пяточкой. Надо было сильнее мне, конечно, пяткой скидывать. Но я думал, он за мной прям так боковым зрением видел, что бежит. Вот тут раз, грудью я достаточно хорошо обработал. И вот тут вот, конечно, если бы пяткой сильнее бы дал, был бы прям хороший момент. Но не получилось, ну ладно, ничего. А, вот еще раз решили повтор сделать. Повтор красивый. Камера, потому что хорошая была. Так, это момент. А, ну вот, слушай, ну вообще Сибетел, конечно, откровенно скажу, на контрах, мне кажется, неплохо играл. И атаковал, знаете, тоже, ну хорошая команда, видно. Так, вот тут сыграл Бабанов. Вне игры было. Судья вне игры свистнул. Надо смотреть там повтор. Там, если кто смотрит, может на стоп-паузу нажать, увидеть, там было, не было. Так, Володя убивает. Так, Женя Кузиванов хорошо вышел. Вот, кстати, хорошо, мне пас тут дал. Блин, тут, конечно... Хорошо, если бы я устоял, но серьезно, не мог устоять. Там видно было, что уже это... Основательно срубили. Упал, по-моему, чуть картинно. Роща потом со штрафного неудачно ударил. Поэтому там, видать, не стали в нарезку делать. Так, здесь вот... В общем, в первом тайме такая была плюс-минус равная игра, как мне кажется, да? Моменты были, ну... У нас, наверное, более острее были моменты.
как мне представляется. Вот, вот опять, видите, Виталий как хорошо. Он прям мощно перехватывал. Так, Женя опять идет. Идет. Так. Вот момент. И вот, слушайте, я головой, ну мог и забить. Блин, вот как тут не забить, а? Опять Рощупкин Евгений прекрасный пас дал. И вот, слушайте, я что-то как-то это, мне кажется, плохо ударил. Ну, надо объективно признать. Видно, расстроился сам. Кстати, судья свистнул вне игры не было. Там видно у нас в кадре, что вне игры не было, там ошибочно. Так, это вот мы привезли. Все, как мы любим. У нас, к сожалению, нет-нет, да такие голы бывают. Это понятный риск, потому что мы там хотим, как Манчестер Сити, разыгрывать мяч. И вот, слушайте, вот так вот счет стал 1-1. Это уже фрагменты второго тайма, да? И что тут? Атака у нас идет. Ударили. Дальше. Пас. Бьет Рощупкин. Нет, бьет Рюдикульцев. Ну, рука. Слушайте, рука была. Ну, она была прижатая. Ну, не знаю. В общем, такой пенальти плюс-минус. Если откровенно. Ну, и удар. Максимально, если честно. Спорный удар. Прям в центр. Даванул его туда со всей силы. Ну, не со, слабенько достаточно. Серега добил Ряскин, но он раньше забежал. Это видно там на повторе хорошо. Что действительно прав судья. Так, дальше давайте смотреть, что тут происходило. А, да, следующая атака буквально, вот она следующая была, да, все, вот, пожалуйста. Вот, так, вот тут пенальти еще более спорный, на мой взгляд. Все, ну, Кошелев, конечно, удачно его реализует. Ну, четко ударил, ну, профессионал, что там скрывать. Вот, без вариантов. Толя, конечно, угадал, но не получилось. Ну, для понимания, наша команда, она ветеранская, всем 40+. Есть кому уже 48-47, то есть поэтому... Мне 43, да, и поэтому вот так вот стараемся. Ну, ни в чем не уступали. Слушайте, по движению, вот те, кто матч смотрел, даже удивились. А дело в том, что мы сейчас два раза в неделю у нас кроссики, мощные тренировки, там еще, ну, в общем, нормально. В общем, в какой-то момент, объективно, Сибентел чуть завладел преимуществом, ну, стоит это признать, это вот со счета, наверное, 1-0, да, как пенальти мы не реализовали, вот это... Денис вообще почти в крестовину попал там после комбинации. Вот. Женя ему очень хороший пас выдал. Красавец. И удар, и в крестовинка самая. Вот этот повтор. Вот видите. Ну, не крестовинка, конечно, громко сказано, но тем не менее. Так, здесь у нас опять, вот видите, Виталя, пас Сергею. Момент хороший. Сейчас вот. Вот-вот опять. Так, мне дал. Так, Вадим. Хорошая комбинация идет. Вот тут вот, вот. Ой-ой-ой-ой. Все-таки, если он бы дал, то было бы очень хороший момент. Прям, ну, не получилось чуть-чуть на меня ему поздать. Тоже, видите, я аж прям это, ждал паса, что называется. Так, это у нас второй вариант, когда выбивает далеко на меня. Тут, на самом деле, неплохо разобрался с ними. Проткнул, но вот, слушайте, сейчас вот на повторе смотрю, время-то больше было. Можно было что-то другое сделать. Тогда мне казалось, что... Вот-вот сейчас, вот-вот прям вот вратарь, что прям в ноги бросается. Сейчас вот смотрю, время-то было, кстати, можно было попробовать перекинуть. Но, слушайте, вот решил штыком протыкать туда с пыра, но нет, он отбил в итоге. Тоже, конечно, я считаю, ошибка моя. Так, давайте дальше смотреть. Так, отбор. Вообще, хорошо, у нас была задача в прессинг играть, да, мы поэтому очень активно впереди. Так, тут вот я отобрал, Женя дал, опоздал, Женя ударил. Ударил он хорошо, но вратарь отбил. Так, посмотрим, что после углового будет. Да. Я-то знаю, что дальше будет. Вот, еще раз давайте. Вообще, конечно, Рощупкин уникальный игрок. У него чуть-чуть лишний вес. Если бы еще его не было, слушайте, мне кажется, это звезда была бы вообще ветеранского футбола в России. Вот. Вот он, пожалуйста, видите, в девяточку с углового головой. Сейчас посмотрим. Замедленный Вадим навешивает Ахметов. Вот он. Так вот его туда. Без сопротивления, по сути. Ну, очень красивый гол, на мой взгляд. Вратарь расстроился. Так, это у нас опять момент. Так, что это у нас за момент? А, это... А,
А, ну вот, да-да-да, вот это дальше же момент продолжается. Вот теперь помню, почему его показывают. Тут хорошая атака. Ай-яй-яй, Женя идеально открылся, если честно. Вот Серега тут хорошо открылся, я ему на ход скинул. Ну, вот там роща один был. И хорошо оторвался, но, видите, пас не дали. Так, ну, не забиваешь ты, забиваю тебе, золотой закон. Счет, напомню, пока... У нас 2-2. Вот, ну, Толя хорошо сыграл. Тоже прям достал его. Так, ну и самая уже концовочка. Традиционный привоз, как все мы любим. Тут просто уже, ну, я честно скажу, на мой взгляд, повезло. Попал, был бы гол. Да, то есть перехват в центре. Ну, тут, конечно, такой момент. Ну, судья разрешал играть, справедливости ради. Такой взял темп, поэтому, наверное, повтор даже не показали. Так, так, это решающий уже момент сейчас будет, по-моему. Опять Рощупкин. А вот он классный пас мне дал. Ну, я что-то тут это... Надо было еще дальше пройти. Ну, вот прям хорошо. Вот так его раз. И вот тут, конечно, надо было... Ну, показалось, угол открыт. Думал, попаду, но не попал. Так, Кошель в передачу длинную. Так, ну в конце такая пошла обоюдоострая игра. Обе команды хотели победить на самом деле. Вот. Тут момент просто, ну, 100% Абышев мог забивать. Но как-то он там с 2 метра в целом во вратаря ударил. Примерно как я, кстати, один в один такая же ошибка в первом тайме. Так, здесь уже Владимир Бабанов в атаке. Передача на меня. Вратаря, опять вратарь вышел. Прям вовремя он, конечно, выходит. Вот, я тут, мне кажется, Дэну мог пас дать. Оба расстроили, что называется. Давайте повтор посмотрим. Да, открылся хорошо, пас близко к идеальному был. Вот, чуть-чуть надо было по-другому прокидывать. Вот, в общем, атаковали мы уже явно, уже гол назревал. Мы должны были победный забить. Оба недовольны остались, что называется, эпизодом. Так, вот здесь вот головой я выиграл на Женю. Женя такой, он вроде... Кажется по картинке, что быстро, но на самом деле хорошо быстро бегает. Вот тут уже момент, видите, там доигрывай момент. Ай-яй-яй, не принял мяч там. Там Редди всего ударом тут показал, класс. Так, вот тут Виталий перехватывает. В очередной раз, он, я не знаю, по-моему, сегодня с десяток перехватов у него был. Вот, пошла атака. Так, это у нас... Ага. Так, это еще дальше пас. Пас я назад на Вадима. Так, Вадим, Женя. Так, Женя сейчас, по-моему, сейчас мне доспал. А, да, вот этот момент точно. Вот он вышел. Мне игры не было, кстати, а тут хорошо открылся. Вадима увидел, хорошо дал пас, но Вадим не попал. Просто не попал. Вот. Это уже где-то была 90 минута матча. Вот, ну, уже вроде 2-2 шло к делу. Это где 90 плюс 1 вот этот момент случился. Вот из-за ворот повтор. Хотя так надеялся, что он попадет. Вот, ну и уже самая концовка, если не ошибаюсь. Так, это Рязанов, Павел. Бежит, бежит, бежит. Так, играет. Так, вот тут я там чуть голевой пас своего ворота не дал, кстати, хотел перехватить. Ладно, хоть повезло. Много, мы все, не я один, все сегодня возвращались, бегали, видите, даже вот в защите там, по сути, нападающий играет на последних минутах. Вот, и тут уже повезло просто. Мне, конечно, вставили, что я там чуть не привез, это нормально. Вот тут уже неточный пас Рязанова Павла в конце, перехват. Вот Вадим Ахметов, сейчас посмотрите комбинацию. Бабанов вышел, так, вратарь во втором тайме вышел чуть-чуть поиграть. Но он на опыте. Смотрите, пас. Реникульцев, Ахметов обыгрывает, удар, гол. Все, это 90 плюс 3. Все, ну, честно, было много радости, потому что это принципиально было выиграть. Вот, все, и так что победа. Ну, видите, даже это, пообнимались все, все как положено. Так что вот так было весело.